Добрый день, уважаемые партнеры Atomi! Приветствуем вас на первом выпуске новостей Atomi Казахстан. В данной рубрике участники смогут ознакомиться с актуальными новостями и важными объявлениями компании. За прошлый период с 16 октября по 31 октября в Atomi Казахстан появилось 6 новых мастеров продаж. Это Аяпова Тынышкуль, Кумпиисова Шинар, Мырзалиева Шакизада, Базарбаева Мируэрт, Дуйсенова Балнур, Шигай Виктория. Искренне поздравляем всех новых мастеров! В этом месяце открылось 4 образовательных центров, включая города с населением от 15 тысяч человек. Это Шымкент, Ушарал, Жетысай и Шаманайха. Таким образом, география расположения образовательных центров стала более обширной. Заявку на открытие образовательного центра можно отправить в разделе ОЦ на сайте atomi.kz. Уже завтра, 13 ноября, в Алматы пройдет городской забег «Сити-ран», в котором Atomi Казахстан выступит официальным партнером и проведет две лотереи на главной сцене участников забега, а также у зоны Atomi для всех посетителей. Ждем всех приверженцев здорового образа жизни. Не так давно подвели итоги совместного конкурса Atomi и сети ресторанов «Korean Street Food». Также не так давно были проведены итоги конкурса «Atomi Казахстан» в Instagram и YouTube. По итогам конкурсов были разыграны 5 наборов «Atomi Centella», 6 наборов «Atomi Absolute Selective» и выявлены 11 победителей. Результаты конкурсов были проведены в прямом эфире, с которыми можно ознакомиться в Instagram на официальной странице «Atomi Казахстан». Если вы стали победителем конкурса, но не передали контактные данные в компанию, просьба связаться со службой поддержки Atomi Казахстан. На сайте появились 6 новых сетов с заниженной ценой и повышенными PV. Семейный набор, уходовый набор, питательный набор, бьюти-сет, набор заботы о себе, набор абсолютная синергия. Все новые сеты доступны на сайте atomi.kz в разделе «Сеты». Каждый сможет найти сет для себя, а также для того, чтобы порадовать своих близких. У Atomi Казахстан открылся новостной канал в Telegram для всех участников. В данном канале будут публиковаться все объявления и новости компании. Ссылку можно найти на главной странице нашего сайта. Напоминаем, что с 1 октября телефонная поддержка прекращена. Связаться с клиентским сервисом можно посредством клиентского портала, WhatsApp-чата, Telegram-чата, Какао-толк-чата, а также написав на электронную почту компании. На сайте появился график закрытия регионов в новогодний период. Просим всех участников ознакомиться с датами, чтобы успеть сделать заказ. 18 ноября набор гидросияния и гидроэссенция будут временно сняты с продажи. Для перевозки данного набора требуется положительная температура. Поэтому продажи данных товаров возобновятся весной 2023 года. Успейте сделать заказ до закрытия продаж. Уже через месяц, 10 декабря, в городе Астана пройдет главное мероприятие года – Академия успеха Atomi Казахстан, приуроченная к первому дню рождения казахстанского филиала. Те, кто не успел приобрести билеты, сможет посмотреть прямой эфир Академии на нашем YouTube-канале. На этом все. Благодарим вас за внимание. Смотрите нас и будьте в курсе всех новостей Atomi. С вами была Катрин Костай, стармастер компании Atomi.